Раньше, в первом Slime Rancher, не было видно ног. А теперь вижу. А, круто. Мои ноги, сандалики, кроссовочки, тетрис. Ах, балдежно. Приветище, это Slime Rancher 2, наконец-то. Ну, наконец-то мы дождались этой игрухи. Она сегодня вышла, ну, точнее, ты смотришь это уже завтра. Соответственно, она вышла вчера для тебя. И я тебе хочу сказать, что это ранний доступ. То есть игрушка еще до конца не доделана. И в финале, когда ее доделают, она будет немножечко по-другому смотреться, по-другому играться. Ну, хватит об этом болтать. Начинаем играть. Я уже немножечко повтыкал, посмотрел. Короче, тут теперь можно иконку сохранения выбрать. Прикинь, свою собственную, как уходишь. Ну, в смысле, в виде слайма. А вот тут ты выбираешь. Я хочу выбрать сейчас вот такого. Он бомбезный такой. Обучение включаем. Вары включаем. Дикие слаймы. Одичавшие смайлы, которые появляются в некоторых точках мира, и они могут немножечко навредить нам. И урон мы можем еще поднять, сделать. Какой урон будут нам эти слаймы наносить. Так что я выберу все по стандарту и вникаем в игру. Какая милая загрузочка. Заставочка, ты посмотри, слайм гонится за курицей. Они играют, видимо. Или может он ее сожрать хочет? Я не знаю, может он голодный. О, да. А вот и мы. После долгого дня на ранчо Беатрикс Леба наслаждалась закатом у слаймового моря со стаканчиком холодного морковного сока. Вдруг к докам причалила лодка. Внутри не было ничего, кроме загадочного письма. Что же там было? Так, давай почитаем. Ты изучила далекое-далекое запределье от пыльных берегов сухого рифа до дальних уголков опасной стеклянной пустыни. Но впереди еще множество неисследованных миров, Беатрикс Лева. Тебя ждет радужный остров. Если ты готова к новым приключениям, забирайся на борт. И вот мы взобрались на борт и поплыли к этому радужному острову. Восторженная Беатрикс залезла в лодку, и та унесла ее за слаймовое море. Наконец девушка разглядела вдалеке остров, каких до сих пор не видела на далеком-далеком запределе. Горы, деревья и травы. Всех оттенков танцевали и двигались, будто во сне. Красотища. А вот постройка, похожа на лабораторию заброшенную. Изучая окрестности, она наткнулась на заброшенную оранжерею с видом на весь остров. Интересно, что внутри она нашла все, что нужно хозяину раньше для ухода за слаймами, первых шагов на ферме и создания устройств. То, что нужно. Йо-хо! Так и началось новое приключение. Беатрикс затянула ботинки потуже, подготовила вакпак и отправилась исследовать радужный остров и раскрывать его тайны. Ну все, понеслась наша хорошенькая Беатрикс. Ей, а вот и мы, а вот и мы. Подвигайся, я уже двигаюсь. Графика, конечно, вообще улет. Вот ее подтянули. Прям чувствуется, что она лучше стала. Побегай. Я уже бегаю, прыгаю и бегаю. Вакай, как хозяин ранчо. Твой вакпак умеет вакать разные вещи и хранить их в вак-отсеке. Ну давай попробуем вакнуть. Вот как это теперь называется. Слово розового слайма. Вот, мы его вакнули. Так, давай еще кого-нибудь вакапнем. Завакан слайм. Слаймы — это путь к успеху. Стреляй слаймами в загон сквозь барьеры. Ну, у меня тут как бы вот есть один закончик уже готовый. Вот я его закинул туда. Все как надо. Как же я по вам скучал, розовенькие дружечки. Ты как будто подлагиваешь, слаймичек. Так, ладно. Сверху написано диета, то есть он любит фрукты, овощи и мясо. Окей. У нас 250 монет, сейчас 10 утра. Что как бы, ну круто. Игра, кстати, вышла ровно в 10 часов по тихоокеанскому рубежу, хотел сказать. По тихоокеанскому стандарту. Ну то есть в Лос-Анджелесе сейчас тоже 10 утра. И вот игра выходит в 10 утра. И мы тоже оказываемся здесь в 10 утра. О-о-о, я теперь понял, почему именно в 10 игра вышла. Так, значит, ну, по московскому времени, сколько сейчас времени? Сейчас 8 вечера, как бы вот. Значит, тут мы можем сбагривать слаймовые какухи, получать за них деньги, как бы вот. Ну, слаймовые семена. Хотя это как-то стрёмно звучит. Что нужно сделать-то? Пойду половлю, наверное, где у меня что-то вот. Слаймиков половим, да? Что делать? Нет никаких заданий пока. О, Wi-Fi, смотри-ка.
Система офлайн. Что-то она как-то не хочет работать. Она офлайн, поэтому она не работает, как бы. Вот здесь вот я могу докупить еще один загон, либо сад сделать. Что ж, курятник. Как насчет курятника? Я могу его сейчас купить, он ровно 250 стоит. Надо же чем-то кормить слаймов, правильно? Давай купим курятник. Да. Курятник есть, а кур нету. Нехорошо, нехорошо. А сейчас мои слаймы проголодаются и скажут, а где жрать? А где пожрать, мисси, пожалуйста, принесите нам пернатого. Ну или фруктиков. Кстати, почему бы и не сделать загон для кур? Они будут разбавлять краски в этом замечательном атриуме. Пойду посмотрю на радужный остров-то хоть, а то я что-то все тут да тут тусую. Где тут радуга? Вон там радугу вдалеке вижу. Курица, я тебя возьму, ты мне нужна. Такая еда, как фрукты, овощи и курицы, идет на корм слаймам. Попробую выстрелить ими в розового слайма, он съест что угодно. Окей. Значит, я хочу... Вон лодка, на которой я приплыл. Пошли туда, скорее туда. Побежали. Юпи. Япи. Хаппи. Радужное поле. Меняет цвета, будто во сне. И так же быстро исчезает. Ну, что поделать. Исчезает, исчезает радужное поле. Главное посмотреть, как оно цвет меняет. И вот фрукты находятся. Давай-ка мы их соберем. Гранатики, да? Пока фрукт, какой гранат едить, колотить. Ты же в слайм ранчер играешь. Гранат. Ай, это ты в магазин сходишь, там гранат найдешь, а тут погофрукты. Так, лодочка, на которой я приплыл, на которой никого не было, кроме записки. Значит, ясно. О, фонтанчик какой милый. Чтобы собрать, нужно улучшение, то есть... А, ну это как бы фонтан, из которого я могу набрать воду. Это даже не фонтан, это, знаешь, скважина с чистой... Кристально чистой водой, которую можно пить. Морковь. Лучший друг хозяина раньше после вакпака. Не, вакпак это самый лучший друган. Значит, я уже набрал достаточно здесь всего-всего-всего. Вот это что за кристаллик, с ним нельзя взаимодействовать. Значит, я возьму 5 штук слаймов. Все, мне пока хватит. Здесь все огонь. Пойду я сейчас попробую покормить слаймиков. И вот сюда еще загляну заодно. Может, тут мало ли что. Как быстро кончается... Выносливость, слушай, ох, как быстро сюда прибежал. Какая вода интересная. Только сейчас на нее обратил внимание, она здесь очень классно переливает. Смотри, это солнышко или что? Ну да, наверное, это солнышко отражается так. Короче, возвращаюсь сейчас домой. После Slime Rancher, где я все прошел, где я прокачался, выносливости было немерено. Вакпак здоровенный, со всеми апдейтами был. Сейчас как-то непривычно. То, что у меня ничего этого нет. Получено что-то вкусненькое. Такая еда, как фрукты, это я считал уже. Что во мне? Так, слаймов, вот сюда всех розовых. Всех розовых. Курицу кто хочет? Нет, курицу я пока вам не дам. Курица пускай здесь тусует. Я вам лучше погофрукт. Погофрукт кто-нибудь хочет схавать? На, жри. Вот. Морковочку, вы же морковку тоже любите. А вот наши какахи. Наши... Получен плорт слайма. Когда слаймы едят, они производят плорты. Ну, то есть какахи. Продавай их в плорт-маркеты, получая бабосики. Конечно же, я буду получать бабосики. А иначе для чего тебе еще нужна эта слайм-ферма? О, цыплятки, подождите. Цыпчик. Такие крошечные и мягкие, что может показаться, будто у них внутри зефир. Но есть мы их не будем, мы вот сюда. Курочка, воспитывай их. Это ж не петух. Получен плорт слайма, и мы сейчас его... А, так, подожди, где плоймаркет? Плеймаркет. Плой. Так, значит, вот я его сбагриваю, чтобы получить денег. И построить еще загон. О, тут еще подвал есть. Теперь ты знаешь основные правила, и пришло время выйти поизучать новые территории. И куда бы ни завели тебя приключения, всегда береги любопытство и доброту в своем сердце. Я всегда ее берегу. Изготовители. В изготовителе можно создавать устройство и улучшение для вакпака. Кстати. Так, золотой плорт. Зачем мне это все? На X могу нажать и что-то получить. Найди это, чтобы внести в свою слаймопедию. Понятно. Так, розовый слайм, факи всякие, ну, обучение в смысле, не факи в смысле, которые показывают обычно, да, одним пальцем, а обучение. Загон, это все нам не интересно, это, выключи. Так, изготовитель, понятно, сюда надо плорты притащить, вот, подожди, вот изготовитель.
пожинатель ресурсов снабжает высасывающий механизм Вакапа резонатором. Подчистую вытряхивает все научные ресурсы из окружающей среды. Ух ты, какая штука. Вот это что? Сердечный модуль. Ба-ба-ба-ба-ба. Сапоги скорохода, вот это надо. И, конечно же, реактивный ранец тоже нужно. Для этого нужны фосфорные плорты и бум-плорты. Короче, вначале нужно нам с тобой... Ух ты, тут какие интересные штуки. Преобразователь. Чтобы создавать устройство, нужно пострелять ресурсами в преобразователь. Ну да, это вот мы вначале в него залезли. Да, вот-вот-вот. Ресурсы из преобразователя нельзя забрать. Так что это надо иметь в виду. Так, тут можно выйти. Блин, подземка такая, как в Слайм Ранчере первом. Когда, знаешь, ты спускался тоже в пещеры. Где у меня фосфорные жили слаймики. Значит, окей, побежали исследовать. Побежали. Бежим. Морковочка, конечно же. Ребятки. О, тут я уже все пособирал. Пого-фрукты обязательно нужно смотрякать. Вот так вот. Так, фруктов у меня вмещается в мой... О, тут порт есть, отлично. Кто-то уже пожрал без моего ведома. Кто пожрал без моего ведома? Я не говорил, что сейчас ужин начинается. У нас как раз ужин. Должен быть 16:37 по времени. О, поляночка. Поляночка какая. Здесь у нас хлопковый слайм, и надо вас взять. Хлопковый слайм. Прыг-скок, поскок, и ой, он пропал. Но у меня никто не пропадает. Вот и плорт его. Этого хлопкового слайма. Иди сюда. Сколько вы тут отъели-то? Так, значит, смотри, скрещенный слаймик с хлопковым. Какой он забавный. Мы тоже их скрестим обязательно. Но чуть позже. И сами это сделаем. Не в дикой природе, а самостоятельно. Так. Это же дроны. Помощники дроны. Получен доступ к журналу GG. И вот опять. Рассылаю дронов на разведку все в те же места, как когда-то впервые. Едва подтвердится, что обстановка не изменилась, возьмусь за работу. Это место до сих пор помню свой восторг от этих радужных полей. Ощущение, что вижу прекрасный сон. И, наверное, в каком-то смысле так и было, ведь все закончилось слишком быстро. Это кто-то нам, видимо, оставил, да, такую штуку? Тот, кто написал письмо нам. И из-за кого мы сюда приехали, на этот радужный остров. Какие вы здоровые-то стали. Вы что, отожрали, что ли, или что? Эу, спокуха. Без моего ведома не плодитесь, пожалуйста, и не разжирайтесь. А то вы тут весь остров сожрете. Я только сюда приехал, я хочу насладиться красотой девственных слаймиков. Так, значит, все, я потащил, короче, слаймов, которых я нахватал хлопковых, в свой загон. Надо загон купить, блин, а денег нет, а еще и на сапоги надо деньги. Вообще капец. Короче, ладно, сейчас я занимаюсь исключительно загонами для своих слаймиков. Потом все остальные вещи. Сколько, кстати, загон будет стоить? Загон для слайма, 250, обломись. Надо бабло, надо больше бабла. Значит, давайте, может, вы тут все потусите. Подожди, давай я сейчас откормлю их. Давайте, жрите, товарищи, морковочку. Мне нужно больше. Еще больше плортов. Так, курица здесь нормально, пока справляется. Пойду скину хлопковые плорты, посмотрю, сколько за них. За них 19 дают, кстати. Цена снижается, ё-моё. Невыгодно как-то сейчас получается, но ничего страшного. И вот эти плорты. Сколько у меня? 174. Еще чуть-чуть. Морковка что-то тут забыла. Что тут морковка забыла? А, вот это что такое? Подожди, ну-ка. Слаймопедия, понятно. Слаймопедия, это неинтересно. Кстати, я домой не заходил. Почему бы домой не зайти? Тут где дверь-то? Давай зайдем домой. Спать 6 часов, спать до ночи, спать до утра, вернуться. А тут, в принципе, пока что ничего интересного. Какой сон? У меня куча дел. Не до сна сейчас. И, кстати, вот сейчас ночь наступила. Возможно, радужный остров изменил свой цвет. Надо пойти посмотреть. Между прочим. Так, слаймы. Я вас вытряхаю. А, вот, подожди. Тут забираем. Вытряхиваем слаймиков обратно. Докармливаем им морковку. Жри морковку, говорю. Че, все сыты, что ли? Они все уже поели. Они не хотят кушать. Эх. Ладно. Обжорливые слаймики. Так. Есть. Еще на один загон у меня хватает. Отличненько. Все, чётенько. Покупаем его. Загончик купить. Да.
И здесь у меня будут хлопковые. Вот они, вот они. А что вы едите, кстати? Овощи. Отлично. Я морковочку принесу вам, но нужно будет еще сделать сад, чтобы садить там морковку. Так. Итак, посмотрим. Что-то нифига полянка не изменила цвет, хотя мне писали, что он очень меняет быстро свой цвет, этот остров. А там до сих пор радуга вон она. Это даже не радуга, это дым радужный какой-то. Ну ладно. Пойду еще слаймиков насобираю. Слаймики, слаймики. Где у меня... Ой, какие хвостунишки. Хвостунишки мои, ушастенькие. Так, забираем. Хлопковые, как мы уже заметили, стоят дороже. Их плорт стоит дороже, соответственно. Нужно набрать побольше. Очень больше. Сколько есть, столько и набираем. О, о, нифига себе. Фосфорный слайм. Мягко сияющие вестники звездного света. Офигеть. Так, удачно он выскочил прямо на меня. Вон там еще один вижу. Вон там еще один. Я бегу, я бегу, я собираю. Джибинг. Есть. И вон там вот еще один. Эх, реактивного раунда-то нет. Сейчас тут не попрыгаешь шибко-то. А, он скрестился. Ну, е-мое. Ой, е-мое. А вон там что это такое? Подожди. Лови. Тут и морковка есть. Отлично. Так, только не скрещивайтесь, пожалуйста. Мне нужны классические. Классические слаймики. Так, цепы. Места мало. А вот это что такое? Чтобы собрать, нужно улучшение. Понятно. Плорт возьму. И здесь вот тоже плорт фосфорный уже есть. Эх, места-то маловато. Ладно, я побежал наверх. Я здесь залез уже, да? Надо сбагривать. И сейчас еще нужно же будет один загон построить для фосфорных. Окей, я сейчас это все сделаю. Не вопрос. Сейчас все быстренько реализуем. Я надеюсь, что у меня будет достаточно денег. Морковку там сожрали. Подожди, а морковку может быть... Да, мы сейчас вот сюда морковку кинем. Так, ребятки, мне нужны деньги. Для этого мне нужно, чтобы вы ели овощи. Хавайте. Так, морковку тут всю сожрали, нет? Нет, отлично, это мне даже на руку. Это мне на руку. Ребятки, мне тут морковочка надо. Надо. Опа. Так, возможно, сейчас у меня будет еще один закончик. Ребятки, вот еще поешьте. Вот это вот съешьте. Вот так вот. Вот, отлично. Угу, чётенько. Так, я думаю, что настало время уже скрещивать, да? Скрещенные смайлики, они дают же два плорта. И хлопковый, и розовый плорт. Поэтому можно, в принципе, их скрестить бы уже, как бы, да? Пойдем-ка попробуем. Так, ребят, нет, мне деньги нужны. Подожди, это чуть позже. Сейчас я вот эти вот хлопковые сбагрю. Есть деньги, есть. Все. И сейчас мы им скормим розовый плорт. Ребятки, знаете, поешьте. Съешь, отлично. Ты тоже съешь. Вот так вот, наверное, вот так пойдет. Вот этот еще плортик съешьте кто-нибудь. Вот, здорово, вот, отлично. Так, теперь мне нужен еще один загон. Купить. Да. Здесь у меня будут... А, они же днем, блин. Фосфорные слаймы, они же днем... Не могут существовать вроде, да? Их нужно же в темное куда-нибудь помещение затолкать. А темное помещение это у меня подвал. Подожди, ну я там не видел, чтобы можно было купить какой-то загончик. Сейчас я туда сбегаю еще разок. Зря я здесь загон купил, наверное. Поторопился. Сейчас я сюда спущусь, посмотрю. Тут есть загоны. А где вообще слаймопедия? Давай, подожди. Слаймопедия, где слаймики? Фосфорные. Тут есть что-нибудь? Диета любимая? Не, про солнце ничего не говорят. Про солнце ничего не говорят. Значит, я надеюсь, что они тут нормально будут себя чувствовать. О, здорово. Ты чё-то? Откуда здесь? Ты специально ко мне пришел? О, нифига себе здесь. Или вы они повылетали, потому что у загона нету крыши. Они же летать умеют, у них крылья же есть. Блин, удачно я подбежал сюда. Так бы сейчас убежал и все, и профукал бы всех. Так, мне нужно улучшение. Мне высокие стены, да, можно сделать. А крыша есть вообще у нас? Воздушная стена. Солнечный щит. Солнечный щит укрывает загон легкой тенью, защищая чувствительных к свету слаймов. Да. Вот это мне нужно. Но стоит это 425 монет. Не моё. Так, ладно. Короче, эти слаймики у меня побудут пока в кармашке. Так, эти сюда. Тут больше плортов нет. Курица, стой. Ты мне пригодишься. Вот сюда тебе. Пойдем посмотрим, что еще там у нас появились. Какие слаймы на поляночке.
Заодно овощи пособираем, потому что сейчас скоро утро наступит, и все захотят жрать. Будут ходить с открытыми ртами, дай пожрать. Так, с фосфорными. Ну давай еще одного соберем. Еще одного. Здесь пока что у нас все собрано, все овощи собраны, ничего. О, плорт. Отлично. Я знаешь, где видел? Цветы? Нет. Фрукты внизу, вот куда я первый раз прыгнул за фосфорными слаймами. Вот там вот было куча всего. И сейчас, я думаю, нам нужно туда спрыгнуть. Фосфорных я больше не собираю, у меня их достаточно. Так, я вот здесь вот где-то спрыгивал, да, по-моему? Нет, не здесь. Он утопился. Ну ты... Ну ладно, не буду его ругать. Он все равно воскреснет следующей ночью. Так, ребятки. О, а вот это что такое? Ну-ка. Это же дрон. Раскрыл карту. Теперь у меня есть карта. Значит, вот мой дом. Смотри, сколько тут островов. А тут дофига островов, на самом деле. По ним надо плавать. Поэтому у меня есть лодка. Значит, вот мой дом. А где я стою? Я здесь стою. Сюда можно назад сходить. Да тут куча... Куча вариаций, куда сходить. А я все в одну сторону хожу. Ладно. Находи узлы данных карты по всему запределью и постепенно открывай свою карту. Это же не запределье, это же радужный остров. Какой запределье, товарищ? Так, вот это я забираю, ребятки. Вы кушать не хотите. Черт, фосфорный опять не получается собрать. Да, это фосфорный. Может, пока фиг с ними, с фосфорными, слушай. Как бы следующей ночью их собрать. Денег сейчас нет, а я... Да, ладно, фосфорных я пока здесь оставлю. Оставим здесь. Надо было посмотреть, сколько фосфорные плорты стоят. Еще один жук. И что? Коллекторы преобразователя. С коллекторами преобразователя удобно перебрасывать ресурсы с плорты... и плорты в преобразователь, где они используются исключительно в слаймо-научной лаборатории. Нет, я туда не хочу перебрасывать. Я их оттуда же не вытащу потом. Так, а что у нас в дроне? В первые дни здесь работа поглотила меня с головой. Помню даже, как пришлось вручную таскать желейный камень обратно в оранжерею. Такой был азарт. Когда задыхаясь и потея, чуть ли не все делаешь неправильно, но счастливее тебя нет никого на свете. Теперь времени осталось мало, и мне пригодятся эти коллекторы преобразователя, иначе не успеть. В этот раз я все сделаю правильно. Он, видимо, погибал, что ли, или что? У него какая-то болезнь была? Ну, допустим, давай я туда вот закину один, чтобы вы от меня отстали. Чтобы звездочка исчезла. Все. Можно сюда нажать. Вот, у нас есть... Жалко, здесь цены нет. Вот что плохо. Цена была, было бы намного круче. Чтобы понимать, какие плорты сейчас собрать. Понятно, что розовые плорты, они самые дешевые. Вот, но... Так, вот так... Котятьки. Мурявый слайм. Мяуровый слайм, блин. И плорты их, и ё-моё. Ну я вообще пришел за овощами. Вот это вот я хочу собрать. Мне ж кормить надо. Мне ж нужно кормить своих слаймов. Король розовых слаймов. Розовый гордо. Надо запомнить это место, карту включаем. Ага, он в тумане. Карта у меня здесь не открыта, поэтому в тумане гордо находится. Первый гордо, мой гордо. Ладно. Так, вот здесь вот можно пройтись. Здесь миуровые у нас бродят. Хорошо, хлопковые еще одни. А правильно я их читаю вообще? Они точно хлопковые? Хлопковый слайм, да, все правильно читаю. Это бывает, что я не так читаю что-то. И потом в комментариях мне ататашки делают. Здесь у нас ничего интересного. Можно вниз спуститься. И наверняка здесь есть пещера или какой-то тайничок. Да, здесь есть тайничок. Нажмите Е для разблокировки. И что-то мы сейчас тут получим ценное. Что же? Группа изумрудных кипарисов. Это растение, которое мы можем выращивать. Это уже будущая рощица. Написано было там. Так, ладно. Это, знаешь, как в первой части. Тоже собирали вот эти тайнички. Там куча всего интересного у них было. Ее здесь, эту фишку оставили с тайниками. Вон там наверху я еще что-то вижу. Надо бы туда подняться. Только как? Подожди, вот здесь вот залезу. У меня же нету этого долбанного ранца-сранца. Здесь не запрыгнуть никак. Только походу на ранце. Так, плорты миуровых. Здесь вот можно, смотри, кажется, залезть.
Нет, ранец нужен. Без ранца, походу, никак. Эх, блин. О, вон там вот что. Че это? Опасная зона какая-то. Я допрыгнул туда? Опа, допрыгнул. Опасно. Ух ты, фосфорный Миура, вы ларго. Красиво. Вы что? А, они разозлились, что я сюда пришел. Видел он это? Смотри, он очень агрессивный. Испускает агрессию. Ух, злой какой. Все, ладно, я пойду отсюда. Не буду у вас это. Еще. Да ты, подожди. Это дикие, типа, дикие слаймы. Во, вниз, вот где я был. Вот сюда мне нужно было. Блин, это же кубичная ягода. Эх. Пугафрукты забираем. Вот это что? Фосфорный. Вот тоже забираем. Это забираем. Ребята, пожрите вот эту ягоду. А? Пожрите ягоду, пожалуйста. Поешьте. Вот здесь вот. Как бы тебя пнуть-то, чтобы ты покушал? Хватит курить жрать. Там ягоды есть вкусные. Вон, иди. Вот сюда. Вон, иди. Покушай. Не хочет он кушать. Обожрался уже. Ладно. Морковочку. Я бы собрал ее, конечно. Но мест, как обычно, нет. Как же без понтов, когда у тебя мало места. Ну ничего, я 9 пагофруктов набрал. Этого, в принципе, сейчас будет достаточно, чтобы немножечко покормить своих скрещенных слаймов. Так. Ну чё, ребятки. Я сейчас их все тут поскрещиваю. Так, кушай. Вон, они уже, кстати, голодные. Ты тоже кушай. Давайте, ребята, мне нужно, чтобы вы все поели вот этих вот плортов розовых. И стали скрещенными. Где-то вот тут последний. Да, все. Блин, они как прыгают-то высоко. Ё-моё. Надо забор повыше сделать. Да и места тут, в принципе, маловато. Знаете, кушайте. Вот так вот. Так, ну один ускакал. Давай я тебя... О, мой ларго. Ларго слаймы — это большие слаймы-гибриды, которые образуются, когда слаймы съедают плор другого вида. Если их вакнуть, ну то есть вакнуть своим этим вакпаком, они прилипнут к соплу, и их можно переносить тем самым. Значит, вот блин, они прыгают, это конечно не круто, что так высоко. Так, можно я плорты соберу здесь? Мне нужны плорты. Да идите колотить. Да, плохо, когда автоматизированного сборщика нету. Надо их покупать. Они стоят бабосиков. Но зато количество слаймов, они вроде бы все поели. Все счастливы. Так, а тех слаймов, наверное, розовых, их можно выпустить. Да? Или нет, мы их скрестим. Подожди. Если я их скрещу с фосфором. Так, он может улететь, да, наверное? Нет, ладно. Пока что пускай один такой фосфорный у нас здесь будет. Блески, вот этих вот надо тоже засунуть сюда. Здесь пока-то потусуйте. Повыпрыгивали. Скотобаза. Вот так вот. Ты идешь сюда. Вот, тусите тут. Я пойду пока плорты продам. Посмотрю, сколько денег мне дадут. Значит, смотри, за фосфорный. Фосфорные самые дорогие. Они сейчас в цене поднимаются. 24. За хлопковые хлопки до сих пор падают. Скидываем за них 14, а за розовые всего лишь 12. Ну, в принципе, не так и дешево. Не так и дешево. Все. Можно сделать, наверное, повыше забор здесь, чтобы они не выпрыгивали. Так, высокие стены. Черт, мне чуть-чуть не хватило. А есть еще плорт? Вон плорт вижу. Ребята тут голодные, хотят кушать некоторые. Вот этот, по-моему, кушать хочет, да? Ты хочешь кушать? На. Вон, съешь. Черт, он так высоко прыгает, что сейчас не съест это. Так, где ты? Где твой рот? Вот, на. Ну, скушай уже. Че-то он, походу, не голодный нифига, да? У него просто настроение плохое. Хотя по рту видно, что он, может, пить хочет. Че ты не кушаешь? Вот, он наконец-то съел. Отлично. Вот это я забираю. И вот это забираю. И сейчас я здесь повыше забор поставлю. Выкидываем. Есть. Заборчик сейчас повыше. О, он даже выпрыгнул, блин. Высокие стены, либо воздушная сеть. Воздушная сеть — это силовое поле, которое накрывает загон сверху. Но оно дороже стоит, поэтому ладно. Повыше стенки купим. Так. О, другое дело. Так, тусить пока тут.
Тут у меня пока никто не выпрыгнул. Хорошо, пока живем. Курицы плодятся, все у них хорошо. Да, цыплята уже выросли, отлично, то, что нужно. Ну и здесь, как мы видим, эти ребятки не могут перепрыгнуть. Кто-нибудь подпрыгнет, нет? Ребят, подпрыгните, я хочу посмотреть, как высоко вы прыгаете. И сможете ли вы перепрыгнуть? Ну не, я думаю, что уже не смогут они перепрыгнуть. Но мы это в любом случае узнаем, когда вернемся с нашей прогулки. Пойдем, пойдем. Так, подожди. Там же на карте было нарисовано, что мы можем вот сюда сходить. Пойдем туда сходим. В другую сторону. Посмотрим, что в другой стороне. Очень дико хочется посмотреть, что в другой стороне. Так, это у нас что за штука? Вот это. А, арочная терраса. Ее нужно разблокировать. Все понятно. Короче, ясно. Сюда заблокировано, нужно разблокировать. Здесь тоже нужно разблокировать. И тут тоже нужно разблокировать. Наверное. Пойдем сходим туда. Здесь тоже блокировка, да, стоит? Так, так, так. Да, тоже заблокировано. Ну, хотя бы куриц возьму чуть-чуть. Жалко, конечно, что за куриц не дают больше плортов. Вот это вообще, конечно, обидно. Так, а что это вы тут делаете, ребята? Как вы сюда попали, я не понял. Плорты хаваете, вы совсем офигели? Вам что, по жопе надавать вашей резиновой смайловой? Слизкой этой жопе. Так, блинский. Откуда вы повыпрыгивали? Давай-ка вот сюда их запихну. Давай, падай. Да, он упал. Блин, они всех куриц сожрали. Капец. Ну это же... Ну как так-то? Ну вот я специально тут курятник завел. Ну как бы хорошо, что вы их кушаете. Это здорово, конечно. Так. Вот, все. Эх. Курочки, идите сюда. Жалко, конечно, что их схавали, но ничего. Достали, достали. А, они голодные, поэтому они выпрыгивают. Знаешь что, наверное, розовых слаймов я отсюда уберу. Пускай они ходят, как бы, живут своей жизнью. Зачем забивать загон обычными классическими? Я что-то затупил. Надо их сразу... Их тут вон вагон. Выходи да забирай, сколько хочешь. Так, у меня получается раз загон, два загон. Мурмяу. Мурмяу. Почему я этих слаймов называю мурмяу? Мурейских. Мурейские. Мяуровые. Вот, муряу. Мяуровые слаймы. Вот кого я хочу. Вот кого я хочу. Пойдем за ними, короче, сейчас сходим. Мяуровые слаймы. Я иду за вами. Кажется... Кажется... Опаньки. Вон туда я сейчас, если перепрыгну. А заодно, подожди, ягоды вот тут пособираю, тут куча морковки. Хоп-хоп-хоп-хоп. Так, здесь у нас вот ягоды, которые я хотел тоже собрать, клубнику. Сады, надо сады посадить, купить сады. Неудачно затормозил, ты в нокауте. Тормоз поздно включил. С возвращением. После нокаута я всегда возвращаюсь домой и все фрукты профукал. Ну, капец. Капец, как не круто. Так, ты хочешь кушать, да? Я понимаю. Я понимаю, что ты хочешь. О, это тут много кто хочет кушать. Так, насчет сада. Насчет сада, детсада. Сад, сад, сад. Вот этот сад, 250 он стоит. У меня тут пару курочек есть, ребятки. Я могу их вам скормить. Как бы... Больше у меня нет, к сожалению. Загон для них явно маловат. И да, они не перепрыгивают через эти высокие заборы, это очень хорошо. Блин, клубнику, конечно, просрать это обидненько немного. Ну ничего. Ну ничего страшного. Так, ребята, я здесь возьму, ага. Никто не против? У меня сейчас уже... О, курицу взял. И клубника, подожди, клубника есть. Ребят, кто хочет поесть куричку? Куричку. Где ты? Где ты? Вот, на, покушай. А я клубнику возьму. Так, значит, значит... Клубника у меня есть. Вот туда я хотел перепрыгнуть. Не знаю для чего, но очень хочу сюда. Курица только что утопилась. Я видел, как она сюда прыгала на этот остров вместе со мной. Но не получилось у нее. О, еще есть. Есть еще одна загадка. А там ракушка просто, да? Так, тайник. Давай посмотрим, что в нем. Нужен, нужен, нужен. Гидротурель. Ништяк, эта штука будет поливать мой огород. Автоматически выслеживает и взрывает варов водой. А, нет, я думал, это поливка будет. Вон туда можно прыгнуть. Сюда я взберусь, интересно.
Сюда я, походу, не взберусь. Не получится. Ну что, туда перепрыгну, нет? Опачки! Да, перепрыгнул. А здесь ничего, собственно. Тут ничего. Ну, туда я точно не запрыгну без ранца-сранца. Поэтому бежим обратненько. Нитро кончилось. Черт подери. Хлопковые плорты валяются. Тут куча... Вар! Вар! Блин, надо щемиться отсюда. У меня даже воды нет, чтобы его отпугнуть. Черт подери. А может посмотреть, как он там будет их разносить всех? Может, они тут другие какие-то вары на этом радужном острове? Ничего себе, ничего себе. Их сколько тут уже стало? О, как они хавают-то. Знатно. Так, ладно, я пошел отсюда. Их становится больше. Ёпарасцете. Ё-моё. Так, слаймы прям все в ужасе. Ого, как их тут много стало. Я пошел, я щемлюсь. Надо срочно сделать еще бочонок с водой. Чтобы воду перетаскивать и стрелять по варам. Ну что, ребят, я притащил вам поесть. Я притащил. Можете кушать. Кушать подано. Кушайте. Давайте больше плортов. Вот. И я на них куплю себе сад. Чтобы выращивать вам еду. Ну и, конечно, еще бы сетку не помешало прикупить, чтобы они отсюда не выпрыгивали. И еще побольше загон я бы сделал. Какие вообще улучшения можно сюда доставить? Музыку можно, ночной сделать, полосборник, плортосборник и автокормушка. Тоже бы не помешало. Слушай, там можно же вот это все продать дело, и сколько я денег получу, если продам? А, нифига, даже освободить участок стоит денег. То есть ты денег не получишь, ты наоборот должен отдать денег, чтобы освободить участок. Не круто, не круто. Так, ребятки, можно я тут пособираю быстренько? Кто-то выпрыгнул? Как ты это сделал? Мою систему пробил. Так. Это, видимо, я здесь хожу, вот их отталкиваю, а они выпрыгивать умудряются. Кто-то выпрыгнул, да, мне кажется, или нет? Да. Эй, толстый, не прыгай. А, розовых больше не могу плортов собирать, у меня фул. Ой, хорошо, ой, хорошо. Денег теперь навалом. Могу даже сетку себе позволить, но нет. Сейчас я ее не буду ставить. Мне нужен участок, где я сейчас посажу кубические фрукты. Так. Вот здесь вот у меня будет грядка, наверное, да. Пускай здесь у меня будет грядка, покупаем. И здесь мы посадим вот такие вот кубические клубнички. Как быстро дерево выросло. Дружище, дружище, вернись, пожалуйста, в загон. Вернись. Я бы еще, наверное, сделал... Так, а ты что тут прогуливаешься? На ночную прогулку вышел, что ли? Да идите-ка лазить вот. По-любому сетку надо ставить, уже задолбали, вот честное слово. Ладно, следующую, короче, покупку. Я хотел еще один сад построить, но что-то как-то сетку, думаю, все-таки надо будет купить. 425 стоит сетка. Пойдем-ка плорты там пособираем, их там было навалом. А, вары появились, е-мое. И ты тоже держи. Кто-нибудь съешьте пока фрукт, а? Вот желательно, чтобы ты его съел. На. Да е-мое, вот тут... Черт, вас сейчас сожрут. Ой, все, их уже жрут. Их уже жрут. Их уже жрут. Так, ладно, пока фрукт выкину. Вот так вот сделаю. Как я сюда прихожу, так все, это капец. Сразу куча варов. Потому что плорты просто так валяются нафиг. И какой-то несмышленный смайлик съедает, и появляется вар. Который, да е-мое, выпрыгнул. Выпрыгнул. Давай назад, а? Вот так вот. Сейчас будет сетка нафиг. Будет сетка. Я их, конечно, как в консервную банку запихался. Так. Все. Должно хватить. Угу. И курицу, курицу, курицу вот сюда. Плодитесь. Мне нужно, чтобы много куриц тут расплодилось. Сетка. Наконец-то у вас будет сетка. Да. О, ну все, вы теперь отсюда фиг выпрыгнете. Ай, шикарно. Надо будет здесь поставить еще кормушку и вообще будет бомбезно. Блин, я сейчас походу не найду миуровых, надо было ночью за ними идти. Хм. Ладно, пока фрукты тогда пособираем. Не страшно.
Не страшно. Вон туда я, блин, наверное, не... А, я ж туда хотел в прошлый раз залезть и не залез. Нужен джетпак. Ну давай, собирайся. Оп-оп-оп. Значит, надо погофруктики... Вот он, мюровый, мюровый, ништяк, ништяк. Мяуровый слайм. Ах, эти полосатики, этот хвостик, эти виляни. Не понял, как это... Как это... Вот-вот-вот, еще. Я здесь был или нет? Нет. Все, карту всю раскрыл. И города сразу мне показывают, отлично. Это хорошо. Здесь 14 тайников на карте показано, я нашел пока 2. Ну и хорошо. Так, для общей численности 10 мюровых. Все у меня есть. Я бы их, наверное, скрестил с хлопковыми. Мюровые с хлопками или с фосфором. С кем бы их скрестить? Так, погофрукт вон. Надо сейчас посмотреть по цене, какие плорты самые дорогие. И с тем и скрестить их. О! Еще одного нашел. Фосфорный, гордо. Он преграждает путь, смотри. Там, там что-то интересное есть. Надо будет их потом подкармливать. Значит, мюровые 26, они самые дорогие. И с фосфором они будут вообще офигенно. 26 и 26. Хлопковые подешевели, розовые тоже подешевели, блин. Не круто. Не круто это все, конечно. А мюровые, кстати, они, по-моему, только мясом питаются, да? Да, они только мясо. Ясно. У меня тут курочки есть, ребятки, для вас. Для вас. Две курочки оставим, чтобы они плодились. Найте, кушайте. Давайте мне миуровые. Здесь надо, короче, навес сделать. Навес сделать и это. Сетку ночную поставить. И фосфорных сюда притащить. Сейчас у меня достаточно будет денег, чтобы сделать ночной загон. Вроде как должно хватить. 500, да. Ночной загон сейчас у меня будет. Но, блин, это, конечно, плохо. Что у меня не будет сетки. Ладно, покупаем. Да. Вот такой вот он. Здорово, теперь фосфор. О, тут ночь. Забавно. Все, теперь сюда можно фосфорных притащить. Но если я их скрещу... О, ты посмотри, они перепрыгивают. Если я их скрещу, то они отсюда повыпрыгивают. Они же больше будут. И мне нужно сделать воздушную сетку. Соответственно... Нужно еще плортов набрать. Плорты, плорты, плорты. Ладно, тут еду оставлю. Пойду диких покормлю, наверное. Да, все, мне хватает. Сейчас пойдем за фосфорными. Мне нужна сетка. Бедные, бедные, смотри, они кушать хотят. Они как смотрят на этих куриц. А курица тут... Да. Курицы не поплодились. Так, а тут у нас что-то есть, нет? Виктор Хамфрис. О, я могу ему позвонить, но чуть позже это сделаем. Я его помню, этого Виктора. Фосфорятинка, где же ты? Фосфор. Пока что-то... Во-во-во-во-во. Отлично. Отлично. Хотя ты мне, в принципе-то, и не нужен. Мне лишь нужен твой плорт. Дай мне плорт свой, пожалуйста. Стой, 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 стой. Вот, на, покушай. У меня 10 миуровых, значит, мне нужно 10 фосфорных плортов. Черт, он съел, ну хотя не страшно. Хотя не страшно. На. Фосфор, фосфор, фосфор. Отлично. Все, я бегу, ребятки. Мои котейские слаймики, ждите меня. Я сейчас приду. Главное, чтобы они не сбежали. Они там, они ждут меня. У-у-у, мои масипуськи. Так, вот плорты, хавайте. Хавайте, хавайте, хавайте. Еще троим надо. Так, ну ладно. Значит, поскольку они едят фрукты, я сейчас их... Во, у меня как раз вот дерево опало. То, что нужно. Ребятки, о, у меня еще один фосфор. А, блин, а что я тупил-то? Смотри, я сейчас их накормлю, и у меня будет еще фосфорные плорты. Че ж я так тупил-то? Что-то я забыл про это. Так, ребятки, хавайте, хавайте. Плорты-то хавайте. Мяуровые котики. Хавайте плорты. Что-то не хочет он хавать. Ребят, ну чё? Вот, готов. Еще двое осталось. Есть.
Прям в рот надо запихивать. Самостоятельно не хотят плод-то есть. Хотя тут места маловато. Я бы тоже не ел в такой обстановочке. Воу-воу-воу, как это ты выскочил? Стоп, как это? Блин, надо повыше делать. Надо повыше делать. Вы же пропадете, если выпрыгнете. Так, короче, я сейчас быстренько собираю плорты. И на эти деньги, которые я выручу с них, надо увеличить свой газон. Да, загон. Газон. Газон-то мы увеличим, конечно. Один за загоном. Сейчас солнце вылезет и тебе ата-та сделает, друг. Мой маленький. Отсюда попаду? Да, попадается. Ох, как надо. Все, увеличиваем. Увеличиваем размер высокой стенки. Купить. Да, то, что нужно. Теперь я хочу плотосборник поставить. Один выскочил. Хе-хе, курятинки захотел, да? Захотел курятинки. Вот, кушайте, кушайте, кушайте. Отлично. Ну, что я тебе хочу сказать. Сегодняшний день довольно удачно у нас завершился. Прям рад тому, что имею. Сейчас куча бабла будет. И сейчас еще плотосборник. Плортосборник поставлю. Значит, сколько они? 27. О, они в цене поднялись. Вот эти фосфорные. Круто. Значит, музыку не надо. Вот этот плотосборник или автокормушку им поставить. Нет, лучше плотосборник давай. Где он тут у нас? Вот он. Все, он сам будет теперь всасывать. Ну что, это был Slime Rancher 2. Первое впечатление, первый день, как говорится, прямо на релизе практически. Я хотел купить вот эту штуку. Если понравилось и ты хочешь увидеть продолжение, то ты знаешь, что нужно сделать. Поставить лайк под этим видео, подписаться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующего ролика по этой игре или по другой твоей любимой, например, по Неку. Ну и в принципе все. А, на Яндекс.Дзен еще подпишись, все ссылочки будут в описании. Туда дублируются ролики из Ютуба на всякий пожарный. Ну а на этом точно уже все. Спасибо, что смотрел. Увидимся в следующих роликах. До встречи. Какой закат. Время 5:44. Это рассвет, а не закат.